что Йокерит не подсел, конечно. Но что-то они совсем последнюю игру очень плохо выглядели, кроме первого периода. Не скажу, что Локомотив там здорово прибавил, но они все начали думали, что шайба сама зайдет. Я не думаю, если они так играть будут, то мне вот я не знаю, как они играть будут. Йокерит очень интересная команда, на голову сильнее, и все по углам. Все моменты, как поначалу-то они все лезли на битах, а сейчас что-то встали и стоят, ждут, кто-то должен за них это сделать. Но я думаю, что там-то они должны победить, все-таки надо будет раскрываться. Йокерит, наверное, выиграет. Команда, конечно, сильнее. Я думаю, что они должны победить. В контратаках играют, да. На дом-то они вообще без всяких контратак играли. Они вообще не знают, что они там делают. Я не знаю, по углам все кто-то должен сделать. И никого нет, как-то они играли первые две игры. С удовольствием, все в атаке, все у них получалось. Лезли на пятак, а тут они вообще просто отдали центр и по углам все. Кто-то за них Хаттабыч сделает. Так что я думаю, сейчас делают выводы. Я думаю, что сейчас они даже в Ярославле на контратаках. Все равно она посильнее выглядит команда. Я думаю, что выиграет шайбу в дверь.